Австралийский велогонщик Калеб Юэн стал победителем 16-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки «Тур де Франс». Желтая майка лидера по-прежнему у француза Жулиана Алафилиппа. На горном этапе протяженностью 177 километров, который прошел во французском городе Ним, Калеб Юэн показал результат 3 часа 57 минут и 8 секунд. Второе место занял итальянец Элия Вивиани, третье – голландец Дилан Грюневеген. Для определения первого места был использован фотофиниш. В общем зачете продолжает лидировать Алафилипп, на втором месте британец Герайнд Томас, на третьем – голландец Стивен Крёйсвейк. 17-й этап протяженностью 200 километров пройдет между французскими городами Пон-дю-Гар и Гап 24 июля.